I still remember very well when Renzo Piano came to Moscow to visit uh, the building of, of Guest 2. It was in April uh, 2015. And he looked at the building, and the first thing he did, he took a paper napkin and with his green marker, he drew a square. He drew the space that was supposed to be around Guest 2. So the very the first concept of this house of culture comes from a square drawn by Renzo Piano on a napkin and inside the square would be guests too. One of the most important tasks of this exhibition was to reveal the idea that was моим коллегой, великим выдающимся куратором Франческо Банами, идея показать развитие искусства XX века от плоского и созданного еще в формате традиционной картины черного квадрата до современного состояния искусства, когда художественное произведение выходит в третье измерение, и зритель, который Стоял с благоговением перед традиционной картиной. Повторяю, черный квадрат это все равно традиционная картина. Так вот, сегодня этот зритель оказывается внутри художественного э, произведения, оно превращается в нечто невероятное иммерсивное, и э, зритель оказывается в пространстве, поэтому эта выставка про переход от плоскости к пространству от. Картины, предназначенные для индивидуального вглядывания и сопереживания, к произведению искусства, которое по сути является пространством и площадью, на которой или внутри которой находится э, зритель. The exhibition is about space: two different kind of spaces. The space of contemplation, the imaginary space in the painting, and the space of architecture. And we start from the space of contemplation, from the Black Square of Malevich, and the exhibition ends in uh, two installations where the viewer can go through and experience uh, spatially the works of art. тема света вообще является одной из главных на этой выставке. Не случайно мы начинаем экспозицию со знаменитой свечи Герхарда Рихтера, а заканчивается она светоносной работой белой одежды Татьяны Баданиной и сараем архитектурного бюро «Меганом», где крыша и стены пронизаны отверстиями, сквозь которые льется Солнечный или в нашем случае искусственный свет. И мы представили себе, что экспозиция должна тоже быть своеобразным городом с центральными авеню, с пересекающими их улицами. А главное, что в этой выставке не должно быть закрытых, замкнутых компартиментов которые ограничивают воображение, которые не дают себе свободно дышать и, главное, не предоставляют возможности для зрителя, а в первую очередь и изначально для нас, кураторов, выстраивать вот эти состыковки и сопоставления. Выставка построена на сопоставлениях, сближениях, параллелях, причем явлений, которые иногда очень серьезно разорваны во времени или в пространстве. Для нас было очень важным с самого начала показать, что черный квадрат не рождается в 915 году, как Афина из головы Зевса, а является, а, 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 а является а, закономерным результатом всего развития а, русской художественной идеи. Именно а, поэтому мы начинаем эту выставку с а, кажущегося очень многим радикального сопоставления Черного квадрата с Черным морем Ивана а, Айвазовского. А, мы состыковали в центральном зале экспозиции четыре квадрата а, Малевича из а, Саратовского художественного музея, невероятную работу Эрика Булатова, самого великого из живущих русских художников «Черный вечер, белый снег» и две картины Александра Роченко из серии «Черная на черном». Все эти работы в какой-то степени производная черного квадрата, хотя четыре квадрата Малевича создавались в тот же момент, когда э, он работал над первым черным квадратом 1915 года. Э, работа Эрика Булатова, так же как и четыре квадрата, э, построена на э, взаимоотношении черного и белого абстрактном абсурдном соотношении которое при этом а, соотносится с а, знаменитыми строчками поэмы блока а, 12 ты видишь что сведение палитры к черному и белому а сведение а, изображения к знаку а, геометрии к символу рождает невероятно сильный а, художественный а, эффект Буквально через два года после создания «Черного квадрата» Малевич разделяет черное и белое и создает невероятную серию «Белое на белом», где используют все возможности работы с фактурой и с возможностями, в том числе и символическими, белого цвета. Буквально через год, в 1918 году, Александр Роченко, который к этому моменту становится одним из главных художников русского авангарда и реально основоположником конструктивизма, в ответ на белое на белом Малевича создает свою серию Черное на черном и создает свою собственную игру черного цвета разных геометрических форм. Это стена, а, настоящая поэма черного и белого, и ее серьезный а, пафос и а, глубина при этом рядом а, очень интересно оттеняются иронической игрой с черным квадратом художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова. In this exhibition, we have uh, many uh, Russian artists and many foreign artists that are constantly talking with each other. And the difference between uh, uh, the Russian approach and the foreigner approach is the same difference that there is between maybe playing ping pong or playing chess. You know, playing chess is very structured, very rules and uh, playing ping pong is more about improvisation and dynamism and they're both experimenting they're both trying to find new ways but the foreigner are more like child uh, running around a room and the russian are more like a player of a game they follow certain sort of rules a very good example is uh, at the beginning of the exhibition we have the Black Square of uh, Malevich and the Portrait of Vollard by uh, Picasso. Malevich is about the spirituality of the subject, and Picasso is about the physicality of the subject. Malevich creates a space where the viewer goes in. Picasso creates a, a, a physical space where the viewer could imagine to go around the subject. So there is this two approach. One is about the spirit and 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 the other one is about the body. So Picasso is more about the body and Malevich is more about the spirit. Казалось бы, перед нами обычная жанровая сцена, характернейшая передвижническая картина с очень сложным названием. общий жертвенный котел, в престольный а, праздник. Что для нас было в этом полотне а, таким важным? Это безграничное пространство, потому что категория а, бесконечности это то, что а, волновало всех и русских художников в том числе и таких, как Ивана Айвазовского, его картина Черное море, это по определению Крамского самое точное отражение бесконечности. И именно об этом и этими же словами сказал мне о полотне Айвазовского и Аниш Капур. Итак, бесконечность, неограниченность пространства и свет. Тот самый свет которую мы обозначили как точку отсчета, повесив в самом начале экспозиции свечу Герхарда Рихтера. Это тот солнечный свет, который обтекает светящимся контуром все фигуры, сообщая тому, что происходит на этом огромном открытом пространстве, не характер бытового повествования, что это участие в некоем ритуале, где все объединено рассеянным, растворяющим все э, светом. И рядом висят две картины, которые мы могли повесить в разных э, частях экспозиции, но решили, и это некое исключение, состыковать вместе. Это невероятная степь архипа Куинджи абсолютно беспредметная вещь написанная в середине 90-х годов в тот момент когда художник уже многие годы работал в тиши своей а, мастерской создавая полотное и огромное количество небольших этюдов которые радикально порывали с а, приемами а, изображения мира а, в его конкретике и э, деталях и на самом деле прокладывали дорогу э, 20 веку точно так же как черное море Ивазовского степь Queenинджи это почти беспредметная э, картина э, освещенная вот этим самым рассеянным э, светом это две полосы и в принципе когда я смотрю на э, эту картину, Я вспоминаю зеленую полосу Ольги Розаовой, которая была создана через 20 лет после картины Кинджи. Олег Василев художник, относящийся к тем, кто работал за рамками официальной художественной доктрины. к тому моменту уже давно уехал из Советского Союза и работу Кинджи видеть не мог. Его картина называется «Тишина», и это такая же метафизика и такое же отражение изображения бесконечности пространства, какое мы видим и у Айвазовского, и у Куинджи, и ощущение безграничности, бесконечности мира, представленное в супрематических полотнах Казимира Малевича. all the architecture of uh, uh, renzo piano it's, it's about light you know it's a transparent uh, architecture it's almost a skeleton and, and uh, malevich painting is all about darkness is almost a black hole of uh, modern art history and so this architecture this skeleton it becomes the frame of this idea of Malevich. Black square, black hole inside the universe of uh, modern art. And then around there is this, this structure which kind of protect, contain, and in a way gives hope to the darkness that can be contained inside the painting. So there is this very strong contrast between the architecture of Guest 2 and the concept of the black square. Одной из самых заметных работ в экспозиции э, является композиция Жанна Мишеля Баски и Энди Уорхола, э, созданная в 1984 году. Это часть огромной э, серии картин, которые они в качестве эксперимента э, создавали вдвоем, а для нас это э, потрясающая работа из собрания музея Людвига в Русском музее, э, была важной для раскрытия темы, символ и жест, и разговора о спонтанности современного художественного а, творчества а, здесь конечно и а, многое что стало знаком и, и символом эпохи консюмеризма и знак 99 а, центов и а, зачеркнутые а, надписи на грифельной доске в ресторане или в магазине. Но для нас интересно было взаимодействие двух очень ярких художественных персоналей и действительно реальное спонтанное создание этого произведения, как и всей серии с использованием и элементов попарта, и э, характерных для баски приемов, восходящих э, к традиционному африканскому э, искусству, маски, знаки, символы, но э, в данном случае в э, их роли выступают самые обыденные и э, низкие приметы современного э, времени, в том числе и замечательная надпись 99 э, центров. Когда мы работали над составом этой выставки, я увидела раннюю работу одного из самых талантливых художников поколения нонконформистов Бориса Турецкого. Эта работа, созданная в 1958 году, небольшая, поразила меня действительно каким-то удивительным сходством по. and uh, i think that it's uh, interesting that to enter this museum people has to register through a qr code. and what is a qr code is, if not, a combination of black squares. So these many black squares become the key of access into the architecture. Before, art was the main focus of a museum. And now, art has become a part, one of the many parts of, of, of the museum. It, it became something, sometimes, artists became the background for selfies. Мы заканчиваем эту выставку двумя э, инсталляциями. Инсталляциями русских художников, Великого Ильи Кабакова э, и относительно молодого еще Владимира э, Селезнева. И эти инсталляции являют собой совершенно новый тип искусства, не менее революционный, чем был черный квадрат. Мы находимся с вами в каком-то региональном музее, в традиционном музейном пространстве, где развернута ретроспектива художника Степана Кошелева. Очень. Кажется, экспозиция готова для э, открытия, но э, всюду вокруг расставлены э, тазы и металлическая посуда, а с потолка, напоминаю, мы находимся на минус первом этаже, капает э, вода. Видимо, протекла крыша явление вполне характерная для огромного количества музеев по всему миру и э, в России э, в частности. Что же здесь э, происходит? Где ты находишься? И что это за художественное произведение? Ты находишься внутри инсталляции Ильи Кабакова, которая впервые была показана в 1992 году в Нью-Йорке на первом же э, этаже. Огромного 25-этажного здания в Сохо, это была галерея Рональда Фельдмина. Я и Франческа это те редкие люди, которые побывали тогда на той выставке и которые сами попали в этот морок, потому что, попадая сюда, ты не понимаешь, где правда, где явь, где симулятор где имитация. У тебя кружится голова, потому что вот она биография Степана Кошелева, но ты прекрасно понимаешь, что то, что ты видишь перед собой, это работы, написанные великим Ильей Кабаковым в духе искусства социалистического реализма. Это ирония, это игра, и это такая еще последняя коробочка в коробочке или в огромном пространстве ГЭС-2, где ты оказываешься перед новым типом художественного произведения, тем типом, который был предложен Ильей Кабаковым и который он назвал тотальной инсталляцией. То есть, в принципе, рассказ об искусстве XX века обрамлен двумя революционными прорывами. Черным квадратом Казимира Малевича и концепцией тотальной инсталляции э, Ильи э, Кабакова. Находящаяся рядом инсталляция э, Владимира Селезнева какими-то незримыми нитями связана э, с творчеством Ильи Кабакова. Очень многое в работах э, Кабакова – это дебри, некий мусор, который собирается по разным помойкам, мусор и какие-то реликвии времени, выброшенные за ненадобностью, которые это время обратно возвращают. А это дало основание ряду критиков, неприемлющих современное искусство, говорить, что современное искусство создано из мусора, и это мусор. Работа Владимира Селезнева And then here over the, the cafe we have uh, uh, another work by Emilia and Ilya Kabakov, Flying, a beautiful painting with, with people. Public flying yeah. and the idea of, of the visitor that the fly over the exhibition, and also we kind of connected with the installation downstairs of sheshnikov, where the viewer is on top of the city uh, during the night, and so these people flying, I imagine that these people are flying over a city at night. So we have all this connection that they start in the building before the real exhibition started so there is this very strong contrast between the architecture of guest 2 and the concept of the black square. it's a strong contrast that creates the tension within the idea of the exhibition. malevich hated museum. he wanted to burn them down. he didn't want museum of the past. he was thinking only about the present and the future. in a way, guest two is, is the result of his imagination, because I mean, it's, this is about the future, and this is a completely different concept of, of, of museum. And so I mean, in a way, is the wish of Malevich were fulfilled. The only thing he probably didn't imagine that his, his work would have become an icon of the past and not of the future. So this is a, is a beautiful thing about this contrast between the Malevich. Vision, idea, utopia, and almost messianic dream, and this building.